встретили танцем, дружбой и национальными сладостями. В Азербайджан прибыл глава Татарстана Рустам Миниханов. Он посетил выставку и встретился с представителями национальной общины. Миниханову вручили символический подарок в честь дружбы двух народов. В постоянном представительстве Татарстана в Азербайджане глава республики вручил награды за вклад и развитие татарской культуры и языка. У нас есть много интересных проектов как в части нашего бизнеса, и, конечно же, мы должны активизировать возможности азербайджанского бизнеса, чтобы они тоже развивались в нашей стране, в России, в Татарстане. Задачи очень большие, и я уверен, что когда есть взаимовыгодные контакты, мы будем еще ближе. Баку готовится к деловому форуму. На новой площадке министр промышленности и торговли Татарстана пообещал помощь и любое содействие бизнесменам. На сегодняшний день наш бизнес ищет новые рынки, новые сырьевые места. И также мы приглашаем к себе для бизнес-участия представителей Азербайджана открытие своих предприятий на наших территориях и предоставляем возможность входа на наш рынок. Поэтому есть очень много точек, которые нас соприкасают, и мы должны взаимодействовать. В бизнес-встрече участвует около 40 компаний из Татарстана. Основные задачи форума – расширение сотрудничества и развитие торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Татарстаном.